Жак Превер. Как нарисовать птицу? Сначала нарисуйте клетку с настежь распахнутой дверцей. Затем нарисуйте что-нибудь красивое и простое, что-нибудь полезное и нужное очень для птицы. Затем в саду или в роще к дереву полотно прислоните, за деревом этим спрячьтесь, не двигайтесь и молчите. Иногда она прилетает быстро и на жердочку в клетке садится. Иногда же проходят годы, и нет птицы. Не падайте духом. Ждите. Ждите, если надо, годы, потому что срок ожидания, короткий он или длинный, не имеет никакого значения для успеха вашей картины. Когда же прилетит к вам птица? Ну, если она прилетит, храните молчание, ждите, чтобы птица в клетку улетела. И когда она в клетку влетит, тихо кисточкой дверцу заприте и, не коснувшись ни перышка, осторожно клетку сотрите. Затем нарисуйте дерево, выбрав лучшую ветку для птицы. Нарисуйте листву зеленую, шелест ветра и ласку солнца. Нарисуйте звон мошкары, что в горячих лучах резвится, и ждите. Ждите за тем, чтобы запела птица. Если она не поет, это плохая примета. Это значит, что ваша картина совсем никуда не годится. Но если птица поет, это хороший признак. Это значит, что вашей картины можете вы гордиться и можете вашу подпись поставить в углу картины, вырвав для этой цели перо у поющей птицы.